Всем привет! Вы на канале Рукоделие Голдплей. И сейчас я вам покажу, как можно сделать оригинальную картинку. Сначала мы делаем контур рисунка на бумаге. Затем берем пластилин и скатываем колбаски. Тоненькие. Берем стеку и вырезаем рисунок. Теперь скатываем шарик. Накладываем на бумагу и прилепляем. Получился глаз. Вот такая получилась фигура. Петушок. Всем пока!